Конор Макгрегор дал эксклюзивное интервью каналу EFL TV в раздевалке своего друга и спарринг-партнера Майкла Конлона, молодого боксера-олимпийца из Ирландии, который успешно дебютировал в профессиональном боксе, победив своего оппонента нокаутом. Конор Макгрегор ответил на вопросы о том, как они познакомились с Конлоном, как он помог ему подготовиться ко второму поединку с Нейтом Диазом и, конечно же, проехался по Флойду Мейвезеру, заодно ответив на вопрос, подписан ли контракт на поединок с Мейвезером. Майкл Конлан сегодня показал чистую работу в бою. Со временем он начнет прогрессировать и привыкнет к этому давлению, ведь это совсем другая игра, когда ты в таком постоянном напряжении. Но он проделал отличную работу. Я горжусь тем, что нахожусь рядом с ним. Я желаю ему всего наилучшего. Он очень талантлив. Он прошел свое первое испытание. Я всегда поддерживаю своих. Майкл был олимпийцем. Он представлял нашу нацию на Олимпийских играх. Поэтому я долгое время следил за ним и поддерживал его. Со временем он проявил уважение ко мне. Я проявил уважение к нему. Наша дружба стала развиваться, когда мне нужны были спарринг-партнеры для подготовки к реваншу с Нейтом Диазом. И я связался с Конлоном. Мне как раз нужны были такие длиннорукие спарринг-партнеры, как Конлон. Он без сомнений станет лучшим боксером на планете, если сам в это верит. Нахуй Флойда Мейвезера, в боксерском мире не понимают, что произойдет, когда я ворвусь туда. Я непредсказуем, никто даже понятия не имеет, что будет, когда я появлюсь. Все списывают меня со счетов, но поверьте мне, все будут шокированы. Я готов к этому бою, я с нетерпением жду этого момента. Мы очень близки к подписанию контракта. Я больше ничего не скажу, вы сами все услышите.